Здравствуйте, девочки, с вами снова Наташа из Беларуси. Я рада видеть вас на своем канале. Девчонки, часто задаваемый вами вопрос под моими видео является вопрос именно по моему макияжу. Я вам сейчас записала вот такой вот макияж. Такой макияж я называю инстаграмным макияжем. Макияж кукольного лица с достаточно ярко выраженными глазами. Вам такой макияж нравится? Отличительной чертой моего макияжа будет то, что макияж будет выполнен наипростейшими, наибюджетнейшими, даже можно сказать дешевыми продуктами. Некоторые продукты в этом макияже будут прям с AliExpress, меньше доллара стоимостью, но макияж выходит довольно красивый. И, девочки, что хочу также отметить, что я не являюсь профессиональным визажистом, и это только моя техника нанесения макияжа, поэтому не судите меня строго, возможно, я что-то делаю неправильно. Если я что-то делаю неправильно, напишите мне в комментариях. Поэтому сейчас все увидите, если интересно, смотрите. Еще раз хочу отметить, что я не профессиональный визажист, и это всего лишь моя техника и мое видение, как делаться должен макияж. Поэтому не судите строго, если интересно, продолжайте смотреть к макияжу. Первым делом, конечно же, тон, и в инстаграмном макияже я считаю, что тон одна из самых важных частей макияжа. Для меня, и мне так кажется, что в инстаграмном макияже тон должен быть максимально плотным, для того, чтобы замаскировать прям все-все. Под такой макияж отлично подойдут тона от Max Factor, они классно смотрятся на фото и видео, либо вот такой вот тон от Буржуа, если у вас есть. Любое плотное тональное средство, девочки, но не пугайтесь, если у вас нет плотного тонального средства, у вас только ваше повседневное, наносим тон, тот, который у вас есть, просто вам придется воспользоваться более плотно консилерами. Собственно говоря, приступаем, наносим тон. Кисточку, кстати, использую с AliExpress, достаточно неплохая и хорошая кисть, справляется со своими функциями на ура. Ссылку на продавца постараюсь оставить вам внизу, найти ее. Тон нанесли, приступаем к консилеру. У меня это консилеры корейские, The Siam консилер, тип консилер. Буду их смешивать, потому что тон 1.5 достаточно окисляется, но я сейчас уже слегка подзагорела, и он уже более или менее мне подходит. У меня есть самый светлый, такой розовый оттенок, который замечательно с ним смешивается. Под глазки буду наносить прям розовый, для того, чтобы высветлить зону под глазами. Замазываем мой синячок и вот прям растягиваем немножко сюда. Будем высветлять треугольничек. Потушевывать будем сразу, потому что консилер имеет свойство довольно быстро подстывать. Также высветлим немножко спинку носика, немножко лоб и немножко подбородок. На видео четко видны зоны высветления. Приступаем к кремовой коррекции. Дело в том, что кремовая коррекция значительно четче и ярче, красивее смотрится на видео, нежели коррекция пудровая. Так вот, девчонки, использовать я буду вот такую вот штучку. Это корректор, консилер из AliExpress. Стоил он меньше доллара. Заказывала я его и не боялась, потому что мне нужно было дешевое средство попробовать, получится ли вообще у меня делать кремовую коррекцию. Поэтому я считаю, стоил он меньше доллара, по-моему, там 0,80 цента. Выглядит он у нас внутри вот так, у нас такая кремовая там консистенция. Запах просто отвратительный, пахнет гуашью, и
еще чем-то неприятным. Запах реально не очень приятный. У меня никакого раздражения это средство не вызвало, поэтому ссылку оставлю внизу. Я уже посмотрела, именно у этого продавца этого консилера нет, но я нашла по упаковочке очень-очень похожую, скорее всего, это именно он. Если вы хотите точно так же, как и я, попробовать, сейчас я уже заказала себе Hulu от Benefit и Катрисовскую палеточку, но если вы хотите попробовать и просто посмотреть, понравится ли вам это, справитесь ли вы с кремовой коррекцией, потому что кремовая коррекция значительно сложнее коррекции пудровой, то вот такой продукт, я считаю, очень даже можно заказать и попробовать. Опять повторюсь, что никакого раздражения мне эта штучка не вызвала. Берем вот такую вот кисточку продолговатую, длинненькую, и будем наносить сейчас кремовый корректор. Я затемняю не весь, не всю краевую часть волос, а только... У меня личико кругленькое, поэтому я затемняю только вот эти вот части височные. Уже остаточками я чуть-чуть подкорректирую нос. У меня очень кривой нос, поэтому я особо к нему не лезу. Только кончик корректирую. Покажу вам парочку своих секретов. Я делаю здесь вот так, в ямочке, для того, чтобы создать более структурную ее, потом мы потушу. И также для того, чтобы больше вывернуть губки, я вот здесь вот немножко также затемняю. Это создаст эффект вывернутой красивой губы. Смотрите, оно буквально мгновенно это делает. И, естественно, для того, чтобы казаться более худенькой, мы затемним немного снизу. Все это мы растянем, не переживайте. И немножечко, опять же, у меня круглое лицо, и для того, чтобы создать более вытянутую форму и подбородок был более ярко выраженный, мы слегка затемним вот здесь вот, вот эти вот части. Так вот у нас выглядит. Приступим к растушевке этого средства. И здесь нам поможет, опять же, спонжик с китайского сайта AliExpress. Он очень плотный и достаточно маленький. Я думала, что он мне ни к чему не пригодится, но ошибалась. И когда именно делала кремовую коррекцию, он достаточно плотный. Он вбирает в себя излишки достаточно темного продукта и создает достаточно натуральную тень. И отлично справляется именно вот с этим вот жирным кремовым темным корректором из китайского сайта. Приступим. Это припудрить. Буду я использовать пудру с eBay Skin Food в оттенке 21. Крышечку набираю. Закрепляем нашу коррекцию с помощью скульптора от Luxe Visage в оттенке 3. Темным сейчас поработаем сначала по тем местам, которые мы скульптурировали темным оттенком. Набираю вот такой вот скошенной кистью с AliExpress, опять же. Более мелкой кисточкой мы наш секретик закрепим. Кисть, которой наносили светлую пудру, и вот этот вот светлый оттенок нанесем слегка в высветляющие зоны наши.
Сейчас возьмем бронзер. У меня это Флормар P115. И этой же кистью, которой наносили скульптурирующее средство, мы сейчас все немножко соединим вместе. Бронзер набираем, не знаю, в общем, результаты будут очень красивые. Смотрите. Здесь уже более размашистые движения. Мы так немножко на нос и нанесемся. Мне кажется, что бронзер отлично соединяет весь макияж. С этой же палетки воспользуемся вот этими коралловыми красивыми румянами. Вот такая вот коррекция у нас получилась лица. Приступим к бровям. На бровях долго я останавливаться не буду. У меня есть отдельное видео именно, где я показываю вам свои любимейшие способы. Дешевые, простые способы оформления бровок. И буду пользоваться сейчас первым способом. С помощью карандашей от Luxe Visage оформлю бровки. Для того, чтобы высветлить зону под бровями, мы воспользуемся карандашиком от Luxe Visage. В качестве базы на глаза нанесем тени Color Tattoo от Maybelline в оттенке 91 Cream de Rose. Я о них рассказывала миллион раз. Раньше я это делала пальчиком, но сейчас у меня длинные ногти, и я сделаю это синтетической плоской кистью. На все веко и слегка подрастушуем прямо вот по всему веку эти тени в качестве базы. На нижнее веко мы также нанесем эти же тени. Сейчас я хочу сразу выделить уголочек глаза, подсветить и подсветить сам глазик в центре. Не будем наносить блестки по всему. И буду я это делать довольно блестящими тенюшками. Это могут быть либо вот такие вот тени от Pupa из лимитированной коллекции, если у вас есть зимняя коллекция Queen, Red Queen, по-моему, она называется. Либо это могут быть тени от Colourpop. Любые красивые, блестящие, хайлайтерные такие тени. Я сегодня буду воспользоваться именно Pupa'ой. Также этот оттенок я нанесу слегка под бровь. Натуральной кисточкой нанесем базовый цвет. Я буду брать этот базовый цвет из палетки Isadora 44. Вот такой вот светлый, смешивать слегка потемнее вот эти вот два цвета и нанесу на все подвижное веко. Теперь рисуем стрелку моим любимейшим маркером от Рилуи Extreme Black. Со стрелкой может не бояться, в этом макияже стрелка должна быть достаточно длинная и достаточно толстым кончиком для более яркого, красивого взгляда. Девчонки, вот такие вот интенсивные стрелки у нас получились с помощью лайнера от Рилуи. И сейчас приступим к оформлению. Дальше нам понадобится карандаш Каял от Буржуа. Вот так черный с точилочкой. Он мне уже весь обтерся. Часто его с собой беру. Очень экономичный. Подведем немного нижнее веко с уголочка и слизистую.
такими легкими, нам не нужна интенсивная, там прям черная полоса, легкими-легкими такими наслаивающими движениями. Сейчас будем брать кисточку, чтобы слегка подтушевывать. Оформили нижнее веко, девчонки, и сейчас нам опять понадобится наш карандашик для того, чтобы оформить складку века и затемнить уголочек. Такими же движениями, легкими, от интенсивного к легкому размазывающему такому движению, сейчас я буду стрелочку затемнять и уголочек глаза, для того, чтобы потом карандашик растушевать и на него наверх нанести тени. Нам нужно все это затемнить до самыми плотными, самыми темными и пигментированными тенями. У меня это тени от Art Deco в таком темно-холодном шоколадном оттенке. Буду пользоваться я вот такой вот скошенной натуральной кисточкой. И остаточками этой же кисточки мы немножко пройдемся по низу, так вот. И опять же, для большей яркости и инстаграмности макияжу, по верх стрелочки мы сейчас пройдемся вот такой вот глиттерной подводкой. Это подводка также с Алиэкспресса, также за копейки, но она отлично работает за свои деньги, просто замечательно, ничуть не хуже других подводок. Но у нас, кстати, подводку глиттерную неплохую достаточно сложно найти. Продавца я также постараюсь найти и указать вам его внизу в инфобокс. Проходимся по краю вашей стрелочки вот этой вот глиттерной подводкой. Она очень красиво будет отражать свет, и макияж заиграет совсем другими красками. Завершаем макияж глаз нанесением туши, и у меня это вот такая вот тушь от Yves Rocher Sexy Pulp. С глазками самым важным почти закончили. Наш макияж движется уже к завершению. И сейчас мы нанесем одну из моих любимейших частей. Это хайлайтер. В качестве базового хайлайтера мы нанесем хайлайтер от Art Deco 6 Gold. Буду я наносить его просто пальчиком. И у нас же инстаграмный яркий макияж. Мы все это сейчас еще закрепим пудровыми хайлайтерами. Я смешаю два хайлайтера, розовый и такой золотой хайлайтер от Smart Girl и Essence. И получу тот оттенок, который я и хочу. Буду я это делать вот такой вот огромной веерной кистью, набирать два хайлайтера одновременно. Можете видеть, какое красивенное свечение у нас получается. И на губки, конечно же, я нанесу свой любимейший блеск от Relui Nude Matte Compliment в оттенке 10. Я буду наносить его без карандашика. Он достаточно хорошо и четко ложится на губки, поэтому я могу пользоваться этим блеском, даже этой матовой помадой, даже без карандаша.
девчонки, вот такой вот инстаграмный макияж у нас получился. Мне кажется, одна из самых отличительных черт моего макияжа — это то, что он сделан абсолютно дешевыми, бюджетными средствами. Некоторые средства вы сами видели абсолютно с Алиэкспресса за какие-то сущие копейки. Если вам понравилось, поставьте, пожалуйста, класс. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их под видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, мой ВКонтакт. Всем спасибо, пока-пока!